решения о графике приема граждан депутатами муниципального округа Бирюлево-Восточное в 2023 году постановили. В соответствии с порядком организации осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточное, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточное от 11 ноября 2013 года, номер МСВВ 010298. Первое. Утвердить график приема депутатов Совета депутатов на 2023 год согласно приложению. Второе. Опубликовать график приема в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево-Восточное www.mrbv.ru. Контроль за выполнением возложить на главу муниципального округа Бирюлево-Восточное Антону Владимировичу Петрову. Кто за данный проект протокольного решения, прошу голосовать. Кто за, кто против, воздержался, принято единогласно.